Приветствую вас, друзья и коллеги по хобби. Делаю дальше автомобиль Хорьх фирмы ACM. Стройку уже закончил. Как и говорил в первой части, модель очень понравилась. Легко собирается, быстро. И могу ее посоветовать для начинающих моделистов. Сложности в сборке никакой. Стыковка отличная. Сборка прошла практически за одни выходные. И за субботу, и за воскресенье. Сегодня я уже буду делать пришейдинг. Пришейдинг буду делать краской Tamiya. XF, точнее X18. Черная, полуматовая. И разводить буду краску растворителем X20A. Особо рассказать про модель нечего. Неплохо выполнена ходовая часть, подвеска. В салоне немножко все попроще. Решил красить сиденья, седлушки по отдельности, а потом уже вклеивать в покрашенную модель. Ну и винтовки тоже, которые будут в салоне, буду красить отдельно и уже позже вкладываю, тоже вставлять в окрашенный кузов. Кое-какой инвентарь приклеил сразу, буду окрашивать тонкой кистью на корпусе. Не вклеивал только лопату. Она будет стоять не очень удобно. И отдельно ее покрасить будет намного лучше. Сейчас развожу краску и начну делать пришейдинг. Размешал краску. Но прежде чем красить, сниму резиновые покрышки. Держатся они на дисках очень свободно, поэтому после того, как покрашу модель, наверное, еще что-то буду придумывать, чтобы они более плотно держались на модели. Низ и ходовую задую полностью черным цветом. Наверное, сильно жидко развел. Сейчас еще добавлю краски. Добавил черной краски. Было действительно жидковато. Теперь начнем задувать хорошо.
Thank you.
Вот сделал пришейдинг, задул раму полностью. Теперь дам просохнуть автомобилю и буду красить дальше. Красить буду в Дункенгильб, а наверх, наверное, буду наносить камуфляж. Еще не определился с камуфляжем, но примерно, наверное, буду его делать тонкими полосками оливкового цвета. На этом буду заканчивать. Смотрите, подписывайтесь, следите за следующими сериями. Всех благ вам и вашим близким, друзья!